Сейчас просто до потери сознания он меня доведет. Что это? Минус! Еще один состав! Второй клатч подряд. Невероятный, про него просто можно отдельно выпускать хайлайты. Что ты делаешь? О, Клозик, сейчас будет нарезать нам хайлайты, дорогие друзья. Приготовьтесь, ведь это Клозик. Клозик заехал с фланга, минус Хэнк, минус Купин, и берет подробный обстрел Кристал. Клозик 1 в 3 на данный момент отыгрывает против Вести, да, в 3 нока. Грязь пошла что ли от Клозика? Клозик! Кайтлас, это минус раз, но не тут-то было. Слушай, Тофис остается один, и сейчас у нас на финал выходит три соло игрока, уже два. Да, команда Слай против ТКМ Гейминг, и кто же выиграет? Тофис проиграл, Клозик. Невероятный перформанс финала по полезности своих действий. Даже не нужно сейчас ему в два тащить. Но может быть он второй раз закроет команду Юник. Будучи в меньшинстве, Клозик, неужели снова он их наказывает? Клозик два раза врат. Играл против Слай-машины в это время и... Клозик один также в три отыгрывает против Титан Гейминг. Парень знает, как рубить контент, дорогие друзья.